Простой человек не может не заметить пропаганды, потому что он как лягушка, которую можно сварить в кипятке. Ее невозможно засунуть в кипяток, но если воду подогревать потихонечку, человек не может не заметить пропаганды. Я могу сказать, что как человек уже четвертый год, в медийном пространстве, я могу сказать, что цензура настолько жесточайшая присутствует. И она присутствует на всех каналах, неважно, даже самых, назовем, свободных. Причем далеко эта цензура не в сторону, как говорится, свободы слова. Поэтому человек заметить не может, его задача всего лишь пользоваться альтернативными источниками информации, все сравнивать, перепроверять и уточнять.